Спонсор показа – мой ТГ-канал. Там проходят интересные голосования касаемо развития канала, также выходят анонсы видео, ну и еще также есть чатик, в котором люди могут пообщаться друг с другом, ну и, конечно же, просить или задать вопрос мне. Всех жду. По ссылке в описании. Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Свалхолд, и мы продолжаем играть в игру под названием Song of Six. По прошлых сериях мы потихонечку начали затрагивать момент нашего уже... тяжелопромышленного комплекса, так сказать. Ну и занимались вопросами еды, построили новые фруктовые сады и немножечко поиграли с каналами. Ничего с ними, конечно, не понятно, но что нам поделать. Улучшали склады, построили плотников, портных. Ну, в общем, улучшали состояние жизни нашего народа потихонечку. Сейчас у нас что здесь происходит? Подготовка, у нас 4 отряда по 200 человек, шанс нападения процентик всего. Кладбище потихонечку пополняется нашими гражданами, что меня печалит. Ну, в любом случае, надо как-то уже идти дальше, наверное. А точнее, мы займемся строительством сталелитейного нашего комплекса. Но для начала нам нужно что сделать правильно? О, нам дали денег. Спасибо. Для начала чем мы займемся? Расчистим здесь, так сказать, стройплощадку. Здесь, наверное, будет город. Вот там где-то вот так мы его выкопаем все. Здесь будет, наверное, что-то похожее на наш город подземный, где будут жить рабы-дварфы и трудиться на наше благо. Потому что шахта угля есть, руды есть. Поставим сталелитейку, поставим здесь всякие домики. Заселим рабами, и все будет прекрасно. Деньги на рабов есть. Нам бы, конечно, еще поставить на... А, ну, зачем нам ставить? Мы как раз-таки начнем производить железо, уже у нас появятся первые апгрейды. То есть мы сможем улучшать лаборатории, получать плотников. Всех, короче, получать сможем. Главное просто хотя бы сделать первую сталелитейку. А там уже, как говорится, все пойдет по накатанной. И все. Здесь у нас почти все, я вижу, эльфы работают. Надо еще... Да, надо будет еще эльфов купить. У нас их не хватает везде. Я имею в виду рабов. Ну что, у нас рабов свиней очень много. Они все, давай даже посмотрим вот таким образом. На 100 рабов. 200 человек, 100 рабов. Вот это я понимаю. Обычный греческий полис. Ничего нового. Давайте смотреть по поводу... А что, я рабам даю 2 одежды? Они много ли они хотят? 2 одежды рабам? За какие такие заслуги? Почему 2 одежды? Пошли вы знаете куда, рабы. А то вы и рабы. Работайте. Так, как только можете. Доступ не очень. Но это мы... Мы не за этим пришли. Мы пришли за другим. Вот, население. Как это смотрелось? Я уже забыл. Вот, наверное, зерновые, да? Как-то же можно было посмотреть, где они все работают. Только я не помню как. И где это было. Здесь можно просто посмотреть, ну вот так каждого прокликивать, но это... У меня нет желания такого. Как-то это удобно делалось, я помню. Ну ладно. Поэтому мы потом позже вернемся. У нас очень много табуретов стало, кстати. Давай тогда повысим, повысим. Пусть берут больше табурет для своих нужд. И, кстати, насчет табуретов. Пока мы все не умерли от холода, давайте собирать дерево. Надо все-таки, наверное, заняться и построить здесь лесничество, потому что это не дело. Вот лесоруб, да? А, это... Ну да, 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 все правильно. Здесь-то поставим, наверное, лесорубика одного. Какого гигантского, хорошего, вкусного. Хотя, ну там вроде лес поплотнее, но... А что по плодородию здесь? Ну, оно хорошее, но что делать? Лес растет там, где только хорошее плодородие, по идее. Ну, типа, да. Ладно, давайте накидаем здесь всякие станки. Непонятные. Чтобы работало с ним, так сказать, получше. Меньше. 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 Чего меньше? И хранилище вот здесь для древесинки. Можно тебя еще расширить, друг? Просто я не могу понять, оно...
Оно, мне кажется, откуда-то забирает. А, все, вот это максимум, все, что я могу сделать, да? Ну, в принципе, как сказать, вроде неплохо. Ну да, потреблять не так уж много. Здесь будут работки, вы понимаете, тоже у нас такие рабы. Да не дом, дорога. Как вы здесь? Вы вот так ходите отсюда, да? Вот так джик и соединили. Здесь бы, конечно, еще эту дорогу снести, наверное, по-хорошему. А то она мне вымораживает немножко. Надеюсь, ни к уму, ни к городу, говорится. Ни к селу, ни к даче. Мы здесь почистим все. То нам непонятно, зачем нам здесь нужна. Здесь еще как бы ладно. И то как-то странно это, конечно, все выглядит. Здесь тогда вот так, и получается у нас вот такое какое-то сооружение. Так, вы здесь ходите, да, тоже? Давайте вам прокинем. Вам поудобнее было туда ходить. Ну и здесь вам тоже, наверное, это надо здесь убрать. Какие-то непонятные вещи, которые меня нервируют. И проложить нормальную вам человеческую дорожку. Здесь мы тогда что поставим? Сразу дома. Но дома такие рабские, как вы понимаете. Хотя пока обычные, а потом уже рабские. Ну да, вот так сделаем. Домики. А там уже будем разбираться, что им вообще нужно дальше для жизни. Здесь пока расчистка ведется, да. Все, можно тогда в ультраперемотку выходить. У нас, я вижу, очень много мяса. Мы не из хлеба делаем, мы делаем из мяса. Ну, мяса-то много, но проблема мяса в том, что оно портится. Поэтому, ну, как бы тут не угадаешь и не поймешь. А, ну, видимо, люди... Да нет, еще проходят где-то подготовку, да? Тренируются 12 человек из 12. Ну, пусть тренируются пока, ребят. Я не против. Здесь до 40 мы поддерживаем, да? Итого мили тренинг 50 у них написано. Нужно 40. Не очень я понял, что происходит, но... Наверное, что-то хорошее. Поэтому ждем очистку здесь, и потом будем там уже размещать необходимые нам постройки. У нас, в принципе, очень много камня. Можно, наверное, заняться было бы чем-нибудь интересным. Допустим, сделать обработку этого самого камня. Но нам нужно железо. В первую очередь, при том. Потом все остальное, как говорится. Ну, там будет у нас маленькое шахтерское поселение. Будет плавильня стоять. Будет сначала склад где-нибудь вот здесь, общий, большой, на вот эти две. Рядом плавильня, потом там еще что-нибудь, еще, и вот так дальше, 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 дальше. Здесь мы вот так прокидаем дорогу, эту, да, это мы вот так соединим. И остальное сейчас будем все удалять. Зачем здесь такая большая, непонятно, тоже уберем. Здесь у нас, по идее, очень много камня лежит, который мы добыли в этих самых горах. В принципе... Приносит нам, по идее, как пользу. Поэтому нужно особо не переживать. У нас построился как раз-таки лесник, но столько людей нам пока на нем не надо. Вот 7 человек пока что хватит вполне себе. Еще бы, конечно, разместить здесь, наверное, рядом склад какой-нибудь. Чисто с деревом, теоретически. Как бы. Пусть вот этот склад взять за основу, да, мы его скопируем. Поставим где-нибудь вот здесь складик. И будет чисто такой деревянный наш склад. Ну и по идее нормально будет. Ну да, все. Скорость максимальна. Уже появляются первые фруктики, но пока у меня не будет школы рабочей, мы этим заниматься вопросом тоже не будем. Нормальная температура. Нам бы еще на самом деле сделать себе хлопковые плантации небольшие. Зачем? А затем, что нам нужно делать потом ткань. Да, я не спорю, одежду можно из кожи сшить. Но понимаете, ткань нужна для того, чтобы делать всякие ткани, ну вот эти тканевые рулоны, чтобы из них можно было потом нам в дальнейшем что делать правильно? Использовать их для строительства и выделять их под нужды нашим гражданам. Вот. Это чисто дерево, чисто древесный склад. И вот к нам, кстати, пришел человечек. Ну, купим очень много эльфов, я думаю. Потому что они и на... нужны и на лесорубство, и на фермерство, точнее, на животноводство. Поэтому пусть, пусть, пусть. Сейчас здесь, по идее, эльфы должны заселяться, да? Или куда они все делись? На, ставим вот так. Они сейчас все сюда побегут, по идее. Нет, только люди.
Откуда у меня, кстати... А, видимо, случайно его купил. Или в самом начале игры купил и забыл уже. Ну, возможно, кстати. У нас уже на двух людей приходится один раб. Вот это я понимаю. Вот. Здесь чисто работают рабы уже. Чисто рабы. Великолепно. А здесь у нас работают, ну, тоже. Надо еще много покупать их, я вижу. Чтобы сделать баланс хороший. Ну, 20 человек. Там какой у нас прирост получается? 46 в сутки мы делаем. Неплохо. Как-то неплохо. Здесь мы ждем расчистку потихонечку дальше. По поводу отрядов. Что у нас с отрядами? Тоже непонятно пока. У нас много свободных людей. Все прекрасно. Не знаю, стоит ли строить еще шрайны. Для других верований. Но люди у нас будут в будущем молиться, конечно. Кстати, у нас есть сетил. В принципе, можно начать молиться Аутуру. Там и невер дается. Кратер — это чисто хлопок, поля. Это будет молиться на всякое такое отребье. Мы можем шмаларизм или, допустим, Аутуру молиться. На Аутур он здесь дает вроде бы университет и все, да? Ну, производство всякие, да? Аминианизм дает покорность. А где, интересно, посмотреть, сколько покорность у наших рабов? Вот, вот что очень сильно, так сказать, интересует меня. Положение шрайны. Ладно, давайте тогда попробуем, как сделать. Попробуем найти какого-нибудь раба. Любого, да? И посмотреть... Сколько у него вообще покорность рисует игра? Вот, допустим, ты. А могу тебе посмотреть параметры какие-нибудь? Груминг. Не хватает. Новости. Ну, ты раб. Оно не положено, как бы. Где у него показывается покорность? Миролюбие. Иммиграция. Сражение. Понятно. Поведение. Покорность полезна для рабов. Покорные рабы не заходят, не хотят бунтовать, и вы сможете еще более жестоко с ними обращаться. С нее покорность изначально единичка. Да? Ну, допустим. А вот этих эльфов? У них покорность... Засуха — это груз, но запасы еды вроде как имеются. А покорность у эльфов единичка. Ну, свиньи более покорны, чем эти, да? Чем эльфа. Ну, в принципе, логично. Свиньям-то что, много разве надо? Не сказал бы, что очень много им нужно для жизни. Они, в принципе, могут на земле спать, им без разницы. А вот эльфы, они такие прям требовательные уже, ребятки. У нас дерево все быстро поехало куда-то. Хотя мы его здесь производим, но... Оно его нам не хватает. Если вижу много мебели, можно, наверное, поставить ее даже на экспорт, теоретически. Или продавать одежду, но... Опять-таки, мы можем попасть в просак в том плане, что... У нас это потом закончится, а что нам делать? Ну, давайте, наверное, попробуем поиграться со всем этим. У нас вроде одежды более чем достаточно для всего. Склад экспорта, вот. Поставим здесь и... Сколько? Ну, два склада вот так воткнем, думаю. Один будет продавать мебель, а другой одежду. Хотя одежда, по идее, нам на военной экспансии нужна, но ладно. Это можно еще как-то пережить. Давай, продавай одежду. Сколько? Когда будет выше 50% продавая одежду. У тебя то же самое, только с табуретами. Продавай, когда будет больше половины. Сейчас, по идее, у нас деньги будут капать за счет такого экспорта. У нас еще и мяса много. Но мясо продавать не очень, потому что падает лояльность, да, у нашего населения. И мне нравится, когда у них мало еды. Мне нравится, когда у них очень много еды. Поэтому мы, наверное, людям запретим есть овощи. Ну, фрукты точнее. Зачем? А затем, чтобы мы могли их использовать для уже более естественного размножения. Почему? Вот рассказываю. Потому что людям не нравится... Ну, slaves... Slaves... Это всем. Людям slaves не нравится, когда их это их раз. А когда у них рабы других рас, они довольны. Им очень сильно нравятся иммигранты, видите? И, кстати, у нас появился же этот, да? Дворянин. Я про него и забыл. Давайте возьмем какого-нибудь Бильбо Бэггинса вот отсюда. Допустим, Бруден. Бруден! Теперь ты дворянин.
Хотел бы я сказать, но нам нужно... Как там, вилла? Нет, не вилла. Как же он называется? Там были вот палаты. Там нужно много всего для дворян. Это, конечно, можно закупить в теории, но... Тут не хочется этим пока заниматься, малёха. Поэтому, в любом случае, у нас уже 300 тысяч денег. Этот работорговец, я его просто раскуплю. Просто выкуплю все, что у него только существует. Можно тогда еще что сделать? Еще один корпус создать? В принципе, да не у нас как бы. Давайте тогда поднимать уровень нашей военной подготовки у нашего специального военного подразделения и номер 2. Если вы хотите, кстати, дать название этим отрядам, то пишите в комментариях ваше приложение. И мы назовем какой-нибудь отряд в вашу честь, образно. Я назову. Опа. Опа, тебя я ждал. Да что, купим, наверное, штучек, так, 18 рабов эльфов. Да? Купил? Купил. Теперь ставим здесь максимум и смотрим охранные посты, шафот, это шупер. Нам что, не хватает все равно рабов эльфов или как? Или что, или как? Почему там люди работают? Я не хочу, чтобы здесь работали люди. Видимо, не хватает еще. Надо еще тогда купить. Давайте еще купим. Сколько нам нужно, их вопрос? Ну, наверное, еще штук 10. Это прям с головой хватит. Хватило? С головой. Да, все, чисто эльфы работают. Великолепно. У нас освободилось очень много живой людской силы благодаря этому. Ну, здесь, видите, проблема в том, что не хватает нашим людишкам жилья именно в городе. И они куда-то пытаются все время от нас убежать. Какие-то непонятные дома ищут. Мы из чего, из камня строим? Из камня, ну давай. Давай вот здесь еще сделаем один домик. Один квартальчик такой небольшой. И вот так это, наверное, все за... Преступно. Ну, преступность и черт с ней, как говорится. Там все равно нужно, я так понимаю, этим... Там много чего нужно, насколько я помню. Темница нужно... А, здесь нужна броня. Притом кожаный обработанный камень. Работорговцы запас. 21 раб. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Можно еще купить рабов. Но теперь мы, допустим, возьмем других рабов. Каких? Кстати, уехал или нет? Нет, уехал. Ну ладно, покупим еще денег. Это не проблема. Здесь расчистка идет. Идет. Это хорошо. Раз появились люди, можно, наверное, поставить еще одно здание ученых, как бы. Почему? А, я понял. Здесь не хватает места для работы, да? И они какого-то черта решили, что могут поселиться рядом с нашими учеными. Да давайте как сделаем? Мы тогда сделаем вот так. Подожди. Коммуна назначить. Я хочу рабы. Хочу, чтобы это были рабы. Рабы эльфа. Здесь. Все. Здесь живут рабы эльфа чисто. Это ваша коммуна. Здесь тоже, кстати, мы их поставим. Людям здесь жить не надо. Люди пусть живут там в городах, а рабы эльфа вот здесь. Отдыхают, тусуются. По идее, они сейчас отсюда все должны будут потихонечку свинтить. А здесь еще другие у нас рабы живут, да? Ну ладно. Как-то я, наверное, переборщил. Наверное, давайте по-другому сделаем. Поставим как? Поставим, сейчас, подожди. Поставим, что можно всем рабам здесь жить. Любые желающие рабы пусть здесь живут. О! Пусть так будет. Лаборатория была построена, значит, что мы теперь можем сделать что? Правильно. Ничего. Улучшение лаборатории 1200 нужно. Ждем. Зачем я хочу это сделать? Потому что у меня сейчас появится железо, я смогу уже очень быстренько потом залутать новые очки, благодаря тому, что я просто улучшу лаборатории, вместо того, чтобы строить новые. Здесь живут чисто рабы, и производство выросло в два раза, до 84 благодаря этому. У нас, правда, вопрос, сколько потребляется. Потребляется у нас больше, чем вырабатывается. Но это как бы... Это уже совершенно другая история, дорогие друзья. В любом случае, мы сейчас должны потихонечку уже организовывать здесь что-то наподобие... Ну, во-первых, склад нам нужен. Хороший такой склад.
такой хороший, упитанный. Наверное, мы просто копируем его. Вот этот, допустим, за основу взятый. Нам особо большой. Хотя, вот здесь его поставить чисто. Здесь вроде как есть. Но сейчас они расчистят еще. Здесь будет стоять склад, допустим, да? Здесь будет стоять производство. Вот, торговать хочешь? Давай торгую. Торговать я не против. Здесь же мы что сделаем? Здесь же мы поставим плавильню. Плавильню такую хорошую хочу сделать. Не уверен, сколько она будет большой. Но в любом случае, мы посмотрим сейчас. Допустим, здесь нужны печки и вспомогательные печки. Это раз, печка. И все. И хватит, да? Ладно. Можно расставить вот так, по идее, да? По идее, можно вот так сделать. Будет такая небольшая производительность, но тем не менее. Что-то. Здесь по центру мы поставим такие маленькие печушечки. Маленькие жалкие печушечки. Здесь мы так сделаем. И здесь... Не хватает размерчика нашего, да? Не хватает. Тогда что сделаем? Тогда давайте еще расширять это добро. Потому что не хватает нам дополнительных печек. Не вспомогательных. Так. Вот так, допустим. Так. Так. И, наверное... Наверное, даже можно, по идее, понаглеть, попробовать сделать так, вспомогательное. Оп. Оп. Подожди, подожди. Чем здесь тогда такие ставил? Подожди. А здесь можно, а здесь нельзя, а здесь можно. А, потому что здесь вспомогал. Я понял. Я понял. Ну, в любом случае, нам здесь, вижу, не хватает чего-то. Что-то не хватает. О, вот так, а здесь будет стоять лад. Да. Ну, здесь, видишь, со стен... Потому что они не выкопали еще. Ладно, пусть пока покопают. Почему я не могу прикатить ему здесь, допустим, стены поставить? Я хочу, чтобы 10 стены стояли. Ладно, попозже вернемся к этому проекту. Пока они здесь, видите, не выкопают, мы нормально проектироваться не можем, к сожалению. Поэтому пусть сначала копают, а потом мы разберемся с остальным. Но, хоть я и поставил производство дерева, но, как вы видите, его нам опять-таки не хватает. Поэтому мы здесь все сейчас еще порубим. Можно здесь, наверное, вторую буду воткнуть. Чисто. Чисто, так сказать, для красоты. Здесь живут кто? Работники сада. Почему работники сада люди? Закончились... Ну да, видимо, закончились у нас. Надо будет еще докупить рабов. Как приедет к нам торговец. Так мы это и сделаем. Деньгами у нас проблем, я вижу, нет особо. Ну да, распустим лучше. Да. Вот здесь лучше пусть пополнится. 8 человек тренируется сейчас, да, всего лишь? То есть вы здесь достигли 50-го, 57-й милитренинг у них даже. Давай сделаем 60. Ну и в принципе, здесь что у нас? Ну здесь строительство идет. Что-то там идет, стараются они. Стараются, пытаются наши людишки. Жалкие. Водокачка, вот там 6 человек вентили крутят для того, чтобы вот просто воду качать для непонятно чего. Ну ладно. А можно просто рабов для этого, кстати, дело отправить? То как-то людей жалко, наверное. Каким-нибудь рабов купить, и пусть они там это вентиля крутят туда-сюда. Ну, по еде у нас прекрасно. 30 дней хватает еды, это просто шик, блеск. Правда, военной силы нам не хватает. Непонятно, что с ней делать. Ну, наверное, брать еще людей, что с ней можно сделать. И все. Ну, вроде бы, как-то нам всего хватает. Опять-таки, сейчас надо ждать, пока наши товарищи дочистят.
дочистят шахты, чтобы можно было нам уже нормально все по красоте здесь сделать. Даже сейчас уже не поставишь нормально. О, еще рабы. Нам не хватало, помню, свинюшек, штучек 10 купим. И на остальные деньги покупаем дондорцев. На все дондорцев, пожалуйста. Они сейчас пойдут у нас работать в другие места. Вон, 34 человека у нас освободилось. Они сейчас пойдут у нас в основном на производство, так понимаю, работать. Дондорцы. И все. А люди будут чисто воевать, я думаю, наверное. Потому что мы воевать, владеть и заниматься всеми такими приколами. Надо бы, наверное, склад расширить под фруктики. Но овощи нам вроде не нужны у нас их особо-то. Отсюда можно, наверное, дерево убрать, оно нам здесь не нужно. Да, здесь овощи. А для дерева склад у нас вот здесь. И он... А, он улучшенный. Ну, просто чик, и все. И там хранится миллиард древесины. Она портится по 30 в год, по 22. Ну, не так много, как могло бы быть, поэтому... Это не страшно. Это не страшно. Вроде бы у нас все есть. Нам бы, конечно, наверное... Можно, наверное... Одно производство табуретов переориентировать в производство там оружия. Или производство щитов, допустим, кстати. Кстати, делать щиты. Тема не самая-то и плохая. Которая, возможно, хоть как-то наших людей будем стережать. А то как-то это печально. Ну давай, вы делайте. Ну хотя, два щиты. У нас и так не хватает этого, да? Боже. Кожи, да, не хватает. Ну, то у нас много одежды, мы ее продаем. Поэтому тоже надо брать в расчет, что здесь вы копаете. Копают. Здесь свинки заняли свои положенные места. Здесь могильщик разнорабочий. Не, народ, вы не поняли. Вы меня не поняли, да? Это для рабов чисто. Здесь люди не живут свободные. Здесь живут рабы. Здесь, кстати, тоже. Проверяй. Здесь сантехник, носильщик, пекарь. Угу. Вы там уплотняйтесь, где люди, а здесь рабы живут чисто. Всё. Это, так сказать, арабские такие места, где живут рабы исключительно. Здесь будут жить исключительно... А густо переехали. Я же запрет здесь поставил. А, так это же эти, да. Это же дварф. А, тогда ладно. А я такой, типа, а как вы здесь оказались? Что-то я вообще как-то не вкурил сначала. А это дварфы. Тогда ладно. Так, вы здесь меня тоже не поняли, да? Здесь живут исключительно свободные люди. Здесь рабам места нет. Не будет никогда. Здесь исключительно люди живут. Свободные. Я же правильно все сделал, да? Чисто люди живут. Вот так. О, вот так вообще по кайфу. Здесь живут только люди. Все. И точка. Здесь тоже. И здесь. И здесь. Здесь, наверное, я погорячился, но... Ладно. Рабы пусть куда-нибудь идут дальше. Гуляют. Здесь живут люди. Это их место. А вы там уплотняйтесь как-нибудь там. Делитесь. Подальше от всего этого. Купец, свинья, актер. Вот это я понимаю. Вот это вы выдали, конечно. Что здесь? Ага, здесь мы закончили уже. Значит, можно потихонечку заниматься чем правильно? Переселением. По крайней мере, дварфов. Ставим столицы, но это нас не касается. Ставим здесь склад. Вот, потом ставим что? Ставим что? Кстати, у нас с преступностью проблема, но это пока нерешаемая для нас дилемма. Нам нужно заняться началом переработкой. Здесь ставим тогда тебя. Можно еще одну поднять, не обидишься? Обидишься. Да ладно, не надо. Поставим здесь и вот так.
Вот так. И вот так печки сделаем, да? Здесь мы будем ставить вспомогательные штучки всякие. Прикольно. Хотя, может, их выгоднее вот так было бы ставить. Допустим. Так мы их, допустим, поставим. А здесь мы поставим вот такой рядочек. Ну, неплохо. 2-4 человека будут работать. Самое плохое, что я видел в жизни. Надо только немножко здесь делать правильное уплотнение. Здесь вот так. Здесь это мы снесем. Я сказал, снесем. Потом что сделаем? Печечку. Обычную, да? Чтоб одесь вспомогательная. Ну-ка, вот. Вот. И здесь сделаем уже вход. Можно еще сделать здесь вход и здесь. Здесь же у нас будет находиться склад. Длинный такой. Там не один. Не, можно. Ну, значит, один, ладно. Здесь будут входы и выходы стоять. И все, стройте. Так, здесь что? Здесь мы все убираем. Здесь нам ничего не надо. Нам это ваше не надо. Здесь будет очень просто. Металл. Много руды. Наверное, просто расширять, да? Ну да. Много разной руды. Металл. Все в этом духе. Пока что так. Ну, наверное, еще там всякую еду. А. Ну да, по поводу еды. Дварфов чем-то кормить же придется. Ну, тогда здесь сделаем парочку складов под мясо. Под хлеб. Что это? А, ну я понял, мы тогда сделаем тогда проще. Вот здесь по одной клетке поставим. И прикажем сюда переносить. Все. О том, что мясо, хлеб они здесь есть. Но нужно им чуть-чуть деревяшек, я так понимаю. Чтобы они могли топиться. Ну и все. Остальное, здесь рабы живут как бы. Остальное обойдутся. Ни одежды, ничего им не нужно. Им нужно только работать. Там как черти. А здесь мы начнем потихонечку, я думаю, формировать такой жилой массивчик небольшой. Угу. Конечно, я так его это на глаз поставил. Ну ладно. Если что, перестроим как бы. Политика у нас такая очень простая. Если что, перестроим. Дома. Потом что еще им здесь необходимо точно будет для рабов-то? Для рабов главное... Хотел бы сказать плетка, но им вообще нужно какие-нибудь развлечения. Но им нужны колодцы, рынки, уборные, очаги, да? Ладно. Да что мы им сделаем? Мы им сделаем, ну, колодец. Сейчас разражусь я, погодите, вот. Сделаем здесь колодец. Потом что? Оратор им вроде не нужен. Колодец, рынки, очаги, уборные, да? Окей. Окей. Рынок. Рыночек небольшой. Чтобы хоть какая-то торговля здесь была. Какая-никакая. Даже можно меньше. Так, это большой ям рынок сделал, обойдутся. Так. А так нельзя уже, это уже перебор будет. Небольшой рыночек. Что еще можно здесь поставить такого? Прям интересного. Это все мы так огородим. Рыночек небольшой. Тут дорожки всякие красивые. Склад построен, автонайм. Ну, в принципе, да. Что еще им здесь нужно? Дома есть? Есть. Колодец. Есть? Есть. Рынок есть? Есть. Очаг. Чтобы горел очаг моей любви. Извиняюсь, говорится. Поставим здесь рыночком. Пусть торгуют, точнее очаг, пусть греются. Что еще нужно рабам? Туалет, типа туалет. Ну, если типа туалет, то мы его типа сделаем. Такой небольшой. Небольшой туалетик. Вот так сделаем, да? И поставим
Ну, здесь вдоль стенки умывальнички. Это 100%. Ну и, наверное, можно еще вот так поставить. И вот так все. Здесь у нас будет сральник. Вы все тоже чувствовали. Более-менее. Вы хоть и рабы, но вы же не скот. Поэтому какие-то базовые ваши потребности я постараюсь удовлетворить. И фудстейшн им нужен. Фудстейшн вам нужен, да, еще? Много ли вы, конечно, хотите, но ладно. Сделаем сейчас фудстейшн. А вот здесь можно по приколу поставить им храм кратера. Маленький. А, он слишком большой для такого объема нашего. Вам нужен... Где он? Тут больница. Ну, это нам нужно, а не им. Да где он? Где еда? Давай торговать хлебом, я не против. Это я найти не могу. Во, нашел. Закусочная. Ну, закусочная, наверное, будет здесь где-нибудь стоять так красивенько. Вот. Такого плана будет закусочная, наверное. Сейчас поставим прилавки им побольше. В принципе. Получилось так-то. Как-то не самое плохое, что я сделал. Можно даже сказать, неплохо живут рабы-то, дварфы. Здесь дорожечки опять-таки. Все это соединяем. Ну а вот в этих уродских местах, где ничего уже не поставишь, мы им сделаем немножечко красоту. Если я найду, где он находится, то будет красота. А если не найду, то значит и плевать на них. А с куда они это все убрали? Это вкладочка, где она? Не, ну серьезно, вон, стой, ферма, другое. Они тут перемешали все, и теперь я найти не могу по памяти, где он находится. Ну это не в терраформировании же. Не здесь. А, еще нужен им уборщик здесь. Они в грязи все зарастут, точно. Уборную сделали, сразу сделать уборщик. Уборщик будет, наверное, ближе к производственной части. Потому что его дача будет также заниматься уборкой и починкой производственных наших объектов. Поэтому раз, два, три, четыре. Четыре типа, да? Раз... 2, 3. Ну ладно, это многовато, я переборщил, ладно, согласен. Переборщил. 15 человек, это прям головой, по идее. О, карта, все. Стройте. Потом что, колодец готов вроде бы, да? Ну, вроде бы да. А нам поставим тоже. Так. Вы меня не поняли. Вы меня, опять-таки, дорогие друзья, не поняли вы меня немножко. Мой великий план и замысел. Так, меня интересуют рабы. И где живут чисто рабы, все. Штейн? Здесь интересно работает. Ну, пока здесь сменные, так они... Ну да, здесь сменные бригады пока что. Пока что сменные бригады везде. На производстве на плавильне вообще работают чисто люди. Хотя я думал, побегут дварфы в первую очередь. Ну ладно. Тогда пока у нас будет такая смешанная вещь, пока у нас не появятся рабы, чтобы покрыть весь этот дефицитик, так сказать. Пока у нас будет смешано. Тогда с этой стороны поставим уже здание для свободных мужей и людей, так сказать. Давайте дерево. О, здесь дерево поставим. Пусть так, пусть будет красиво у них тоже. Одно дерево, я не знаю, как они затащили это дерево в подземелье, но пусть стоит. Пусть радуется хоть чему-то в своей жизни. Пока не надо. Работать-то некому.
26 тысяч за рис. Ну, давай поторгуем, ладно. Здесь что? Здесь мы потихонечку начинаем разгоняться. 10. 10 и пока 5. Здесь у нас... ну да, хранится. Потихонечку уже есть первый металл, я вижу. Он еще-то плавится, на удивление. Чего-то он даже плавится. Ну тогда первый металл пойдет на улучшение наших лабораторий. Так, куда ему еще пойти? Благодаря этому получим знания, которые сможем уже потратить на что-то более важное и интересное. На то же самое... Вот, у нас уже почти 400 щитов, кстати. У нас людей-то столько нет, чтобы щитов. О, дварфы. Дварфы-рабы. Сколько можно? 9 пойдет. По рукам. По рукам не глядя. И касаемо еды, я так понимаю, нужно будет в будущем чуть-чуть увеличивать наши плантации. Да? Плодородие. Ну, здесь оно, конечно, уже не к черту. Мягко сказать, не к черту. Ладно. Это зерновая, зерновая. Давай так еще. Так, чик. Ладно. Ферма. Зерновая, да? 10 на 10. Чуть-чуть добавим. Надо чуть-чуть увеличить производство еды, потому что я вижу, у нас уже запасы едятся потихоньку. Но мне не нравится. О, у нас уже исследования потихонечку появляются. Что, конечно, радует. Радует. Это радость. Здесь что у вас? 60 должен быть, а у вас он 59 пока. Ну, потихонечку тренировку они проходят, наши люди. Нам нужно что сделать? У нас есть очки. Нам бы их по-хорошему, ну, во-первых, изучить кузницу. Это самое первое. Во-вторых, бы я что-то все-таки поделал бы с производством еды. Как бы производство... Вот, совершенствуем плавильню на будущее. Плавление оружия, доспехов. Это потом все. Это, конечно, хорошо. Давайте потратим эти очки. Фермерство не могу, не хватает. Не хватает. У нас есть сухпаи, пока что заготовлены нами в лучшие годы нашей жизни, так сказать. Поэтому, ну, вроде как производство кипит. 44 нужно, мы здесь поднимем производство. Но вижу, угля у нас с перебором, да? А вот железки нам здесь не... Давай 20 тогда рудокопов поставим на железо. Угля у нас много. У нас он прям с избытком делается. В этом проблем нет. У нас кончаются табуреты, потому что здесь мы много щитов сделали. Не делали все это время табурета. Поэтому сейчас мы поставим производить им мебель. Сейчас опять добьем до определенного порога мебели. И потом поставим делать нашим людям уже как раз таки... Кстати... Давайте тогда выдадим им щиты. У нас 50 человек. Мы можем его выдать сколько? 400 щитов. Это будет прям ультра такое мощное подразделение. Да ладно, шучу. Это же перебор. Давайте начнем с более скромных цифр. По 50 каждому подразделению выдадим щитов. Чтобы хотя бы они могли защищаться. Хотя бы защищаться. Не говорю уже о чем-то там великом, интересном. Просто хотя бы защита. Хотя бы какая-то базовая. Потом. У нас есть портные. Можно, в принципе... Изучить кожевничество, и пусть нам делают вместо одежды, которую мы продаем, уже будет нам делать броню, которую мы будем использовать для чего-то более, опять-таки, полезного. Поэтому возвращаемся к нашему кожевничеству. Где оно тут у нас было? Вот оно. Прекрасная одежда. Нет. Нет. Импровизированная броня. Да. Это именно то, что я хочу, и мы его сейчас будем уже делать. Ставим на складе небольшое количество мест под это все добро. Осталось только где-то их надыбать, эти места. Но это уже мелочь жизни и лирика. Вот уже первая броня появилась, вижу. Можно убрать сюда овощи, в принципе, и еще кидануть. Насколько здесь в итоге 600, может быть, да? Окей, пусть сделают броню нам. Нам же нужно сделать сейчас что? Правильно. Опять собрать дерево. Потому что наш лесник, бедолага, не справляется со всем необходимым ему.
Но справимся, то мы. Итого, у нас железо потихонечку уже появляется, вижу. В избытке. Потихонечку, очень потихонечку. Но появляется. Шанс рейда на нас 2,5% и растет, к сожалению. У нас появились еще очки. У нас падает еда. Постепенно она проедается. Да давайте улучшим животноводство и фермерство. И немножко раскачаем наше производство, чтобы чувствовать себя более независимыми. Еще можно купить рабов. Да, ты знаешь, что я хочу, мой хороший. Конечно, куплю рабов. Это будут дварфы, конечно же. И все. Ну, вроде домов им хватает. У нас уже получается 1:1. То есть на каждого человека приходится полтора. Ну да. На полтора человека приходится. На одного человека приходится полтора раба. Во. Там меньше. С математикой у меня плохо, ладно. Видимо, у меня с ней все-таки плохо, ладно. Не буду пытаться считать. Лучше мы снарядим еще наше подразделение хотя бы какой-то базовой броней. Совсем базовой. Но, как бы, 200 брони мы им только что отдали. Поэтому, как бы, грешно жаловаться. Здесь табуреты у нас, я вижу, как сумасшедшие производятся. Нам хотят дать денег. Я возьму деньги. Произошло убийство, неестественная смерть. Это нам как бы заставляет задуматься на секундочку. У нас уже, вижу, накопилось определенное количество металла. Можно улучшить нашу плавильню, допустим. И еще докинуть сюда людей, чтобы они плавили. У нас есть еще железо, которое можно, допустим, потратить на тот же... На колодец нельзя, кстати. Закусочную. Нельзя. Рынок. А куда ж тебя можно потратить тогда? На склады тоже нельзя. А куда тебя тратить тогда? Я думал, сейчас все улучшится. Плотник. А у меня взята технология на плотника. Лапс какой-то, ладно. А техи-то у меня нет на плотника, да? Да улучшим вот последний апартамент нашей лаборатории. Потом уже будем заниматься всем остальным. Так, я рабов одеваю. Но одну одежду я им даю, да? Все-таки с барского плеча. В принципе, им как бы много не надо. Здесь бы, да, здесь надо шрайн все-таки поставить. Как-то это не дело, что здесь нет шрайна. Хотя бы шрайнчик нужно маленький поставить. В Краторске, конечно. Сказал, маленький шрайнчик здесь. Пусть молятся. У нас купили щиты и уголь. Ладно. Конечно, щиты мне не хотелось бы продавать, они как бы пригодились мне бы самому, но и лучшим шрайном. О, все, молитесь. Молитесь. Здесь что у нас? Ну, здесь вроде как хватает всего, да? Давайте осмотреть здесь доступ. Вот, услуги. Рынка не хватает. Очагов. Очагов хватает. Колодцы. Ну, там качество, близость. Ну, понятно. То есть, короче, хватает. Короче, хватает. Травки можно поменьше сделать. Еще сухпай улучшим. Потому что сухпай нам нужно копить в любом случае. Сколько у нас тренируется? 7 человек все тренируются. А чё так мало? Чё так мало, я не понял. Редактировать? Давай тогда поднимать. Не, численность не будем пока. Нет, не надо. Я хотел поднять им боевую подготовку еще чуть-чуть. Хотя можно уже как бы ставить 100%, и пусть они там тренируются, пока не умрут. И все. У нас будет уже первый такой прям хороший профессиональный полк. Нам еще осталось только начать делать боевые молоточки импровизированные, чтобы какая-то у нас была уже какое-то оружие. Но ладно, давайте делайте молоточки, пока одни делают нам табуреточки, вы будете делать молоточки. У нас появились очки исследования, мы их сразу сейчас качаем на улучшение, да. Правильно. Теперь улучшаем вот это все дело. И по идее сейчас КПД у них должно, по идее, вырасти. Ну, типа того. Типа того. Ладно. Брони у нас уже, вижу, так неплохо наросло. Мне это особо радует сильно. Брони им хватает. Броня им дает скорость, отнимает, да? А тяжело будет... Там еще навыки ближнего боя будут падать. Понятно. Это дает Pierce Damage и Slash Damage, да?
Аркана дает пирс 2 слэш 2. Здесь, а, здесь 0,5. А топоры нам дают силу и пирс дэмэдж. Тупой урон. Ну, я вижу, здесь они все-таки переработали, интересно, механику. У нас куда-то делись солдаты, я вижу. Мне казалось, их было больше, нет? Было их больше, чем сейчас. Да не, вы не нужны мне здесь. Давай 7 ставить. Как-то 13 человек. Видимо, там это время подошло людям, да? Да, они закончились. 16 человек лежит. Ну, да, это прям ужас-ужас. Вижу, у нас с броней стало все неплохо так-то. Кстати, там же на этот... На охранные посты нужна броня, а нужен полированный камень. Вот, вот где прокол у нас в полированном камне. Ладно, броня по какая-то у нас есть, поэтому давайте дальше производить обычную одежду. Ну, думаю, эти вопросы будем решать уже в другой серии. Спасибо, что смотрели, надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в новых сериях. Хочу сказать отдельное огромное спасибо людям, которые поддерживают мой канал не только своим просмотром, лайком и репостом, но и финансово. Спасибо Ланцепупу, Вольгу Игоревичу, Злобе, Деаноту, Луганскому Слесарю, Пупу 2, Толик, Халфинский, Никита Зорин, Тифлинг Вэт. Огромное спасибо. Курочка, Сазарица, Бобин и Подветренная Булочка с Анонимом. Если вы тоже хотите попасть в список и помочь каналу развиваться дальше, то это можно сделать по ссылке в описании.